Настя, Я не конечно. собиралась себе шлем хисяка, только ВХ собирала. У меня был шлем, но уже собранный. Соберите мне шлем на танка. ВХ я себе собирала на Сирусе. Наныла у Никиты, и я говорю, Никита, собери мне на Лока ВХ. Не собрал. Никита сладкими. Не трогайте меня, не бафайте ничего паладином. Не трогайте, untouchable, да? Untouchable. Я социопат. The untouchable. Может, может. Неприкасаемый. Как в Хитмане такая миссия была. Кто подойдет ближе 1 метра, нажму бабл, они сгрызут. Блять, мне кажется, тебе надо гайд какой-нибудь посмотреть, чтобы вокруг мобов вот так не бегать. Давай, быстрее уже, все, беги сюда, хватит. Все, так уже можно. Ай, бля. Они не сбросили. Тебе сейчас пизды Я дадут, так... блядь, беги. Нет? Так я быстрее. Давай, Нет, не все гнев, нормально, гнев, но гнев небес. пожмайся. Ну я уже все. На второй трап не успел положить. Да нормально, их уже нет. И не прожал нихуя. Ну похуй. Просто мега скилл. Ебать с них, конечно, насыпало. Гэнгста. У меня еще 400 осталось. Фонарь просто в черном районе родился, блядь. Я черный? В черном Не, районе. фонарь... Я думал, что ты цыган, фонарь. Фонарь Да. добрый, хороший человек, ничего не знаю. Фонарь? Добрый черный Всегда человек. поможет. Ну да. Так чё, кто не слушал Опять? еще песенку «Мальчишник черный бигуди»? Я не знаю, я не знаю, что из этого Не словосочетания знаю. название группы, что название песни, точно не знаю, нахуй. Но я точно знаю эти три слова, блядь. Послушайте, Темный да. ЕП моба убивает. На ИП, моба. Стойте, стойте, давайте забафаемся. У кого ДД спек? Пристена спек. А, ты сбил, да, спек? Чехи вы в ДД. Левичка ХП спек не есть. из ДД. Мы и так с Герой убьем, у нас ДПС много чего Левичка упадет. спека, сейчас подождите, спекнитесь, припоты приготовьте. Аритрум, есть у тебя ДД? Если что, пристан спектр, он уже в ШП. Давай, хорошо. Аритрум есть? Нет? Вот. Есть? Нету? А, давай спекайся. Быстрее, быстрее, быстрее. Иннер тебе ебанем. Фонарь тоже танка. Фонарь танчит. Не, без танка не получится. Котяра, залей иннер по аритруму. Быстренько ману лестницу. Все, заебись. Проверка на готовность. Нажимаем да. На готовность Давай, разъебать отчет этого иди. пидора. Даю отчет. Это был блин. Сука. За мало. Вообще пиздец. Хуярим. Я даже на шамане побью. Где там лава, выброс лавы? Да? Ротацию скажите на Элема, сука. Автоатака, молния, автоатака, молния, молния, автоатака. Молния, хуярю. автоатака. Хуярю молнию, да. Автоатака. Крит 5700. Отходи в мили, чтобы наносить больше. А фак ли Дега топ один? На, бурст, бур... О, сука, я с панельки его взял. Выброс славы тоже, ага, тотем, нет, тотем не надо. Короче, молнию докастую, блядь, да и все. Все убили. Ебать. 5 тысяч дают, да? Ура, Не, да. я слышу десятку. Он ЕП получает. Вот это пет позволяет себе. Сотку? Я хуй знает. А сколько за ЦЛК вообще? 1250 у нас, да? Или сколько? Блять, надо посмотреть. Забыл. По 10 за босс. 10 за босса? Так, система и паук. Если без вайпа по 11? Да, 1250 плюс что, за эту хуйню сотка, да? Ну, там 1250 это без вайпов? Ну да. Ну, наверное. Не вайпались. Да не, нет, без... за вайп отдельно он начисляет. Да. Если Короче. за босс. Просто вот давай такую... А я чё, я ИП? Я в своей гильдии ИП хочу начислять? Начисляйте нахуй. 150 ИП там. Начисляйте. Дополнительное... Начисляйте. Потому что я... У меня тут тоже права есть. Сейчас бы я нахуярил тут этой гильдии, блядь. Начислил бы всем нахуй. Это, сейчас дракон умрет. Убиваем мы ИП и... Тут стоим, короче, в одну точку сбегаемся, вон в ромбик, вот сюда, под ворота. И захилимся, захилимся, стоим, 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 стоим хочу. назад, куда побежали? Мы подворотные, что ли? Ну вас хилить надо, нахуй. Идем, 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 идем. На мужика, на мужика. Все понятно, блядь. Вперед к победе. О, мужчины вперед вышли. Мужчины Всё, вперед. Вот при стену да. Чё это? Чё, блядь? Это нормально. Разбагал? Разбагал Пета?
Короче, смотрите, ребята. Типа, я нажал, типа, пета, и они слабые для комбат повесили 5 минут. Наступил самый сложный босс в нашей жизни. Ставлю одну метку. Эта метка на второй фазе, туда будут склепы носиться. Объясняю, чего здесь можете вы упасть. Ну, вы, наверное, все знаете, я просто повторю еще раз. От притяжки это минус. Потом на 4 бомбах на взлетке это тоже минус. Бомбы вставите. Самое главное, что вы должны понять. Синяя метка над головой, вы набираете рейндж от других таких же меток. Их будет 5. Люди без меток тоже рейндж 12 метров от людей с метками. Это на взлетке. Спускаете их вниз. Хоть квадратом вставайте, хоть звездой, хоть треугольником. Просто вниз. Можете в полоску, можете в две полоски. Можете, блядь, вокруг звезды разбежаться. Похую вообще. Главное, не словите двойной дамаг. Фонарь, ты на боссе хочешь? Да, я ПМТшу. Фонарь на боссе, левичка чилит. 3 на пула на фонаря. Чек на пул. Так что это? Ой, фонарь или ДК первый? Не, первый. Фонарь первый. Апчи. Апчи. Будь здоров. Апчи. Апчи хуй. Сука. Ай. Все, все готовы, пошли запускаем. А как же 3-2-1? Ну, могу сказать, когда припод пить. Вот смотрите на синдровню, вот выберите ее в цель. Сейчас скажу, когда припод пить. Нажимайте припод. О, видишь, нормально. На пол фонаря сильнейший на пол. Выдал, бродной, выдал. Ой-ой-ой. Чувствую. Че, без напула слабо? Слышь ты. Рот закрой. Смотри, второй даю подряд. Ты че так смотришь? Это магия. Та-дам-там-та-да-дам. Это передача такси, сука. Отбегаем. 4, 3, 2, 1. На нахуй. Вставалку юзай. Захил его. Тотем сразу сливай вниз метки. Друг с другом только не толпитесь. Ну, нормально. Ну это два бомжа просто, они. Прячемся. Арисвины, скорее всего. Хисяка, Пристена. Слева падает. Вторая, если что. Иглы бы не забывайте, их бить надо. Ну так, если что, там люди, чтоб не задохнулись. Третья падает, смотрим. Прям в звезде падает. Вон левую подбивайте, две левых, РДД, блять. И правую тоже. Последняя, четвертая падает. Фонарь уже выбегает. Четвертая, последняя. Фул по склепам, и потом босс. Ну, видите, можете же, да, без меток играть. А? Ну да. Ну тут IQ. Тут средний IQ рейда выше сотки, наверное. Самая низкая. Не низкая, это ниже 90 или 80 счет. Это, ну смотрите, там будет после дыхания будет эта притяжка, блять. Так что поближе вставайте, у кого лагает, вот так вот поближе к боссу. Чтобы вы успели отбежать, вот как крестик показывает. Вот, готовьте, сейчас он дыхнет и будет притяжка. Готовимся. А, наебал, просто отбегаем тогда. Найс. Ну так это баг какой-то был, хули рылся. Забагался босс. Она багнулась. Багнулась? Все, освобожденку не стакайте там. Взлетка. Третьей взлетки, наверное, не будет ДПС, дохуя. Сильно наверх не поднимайте, чтобы успели вниз спуститься с этими, как они называют, с метками. Прилетело. Меточки смотрим. Спустились вниз. Ой-ой-ой, я первый. Вместе только не бегайте, как компания, блядь, под пивасников. Вот, прячемся, слева падает. Иглы бы сразу дамажили. Время скринов. Да. Справа падает. Прячемся. Ой, у кого Баши, тому один ЕП. Баши. Да. Баши? Да. В звезде падает. Чуть левее от звезды. И четвертая, последняя бомба падает справа. Ой, склеп разбили, только. Прячемся. Не за что. Все разбиваем. Третьей взлетки не будет, так что готовимся. Вот, отлично. Походу без геры бьем. Так, минуты. Все 5 хилов, смотрите, я могу проебаться, не захилить танка, нахуй. Поэтому
все друиды, и пристены, и эритрум, обращайте внимание, когда танки меняются, волной их захиливайте прям. Если что, там гимны отдадим. Фаза началась. Приготовились. Милики, уже можете уйти в РДД. Первую метку звезду и сразу разбить. Давайте. Так, кринж. Звезду. Сразу разбить. Милики ушли, не морозьтесь. Что-то близко. Зад отойдите. Короче, сразу разбиваем. Хуйню не делаем. Следующая в звезду и не бить. Будет притяжка. Милики, уже уходим. Бобрсон пришел. Стоим, все скидываем стаки. Все, не бить, не бить. Немножко подбивайте, кто-то один там. Локи подбивайте. Что, сейчас притяжка, после притяжки разобьем. Как закончится притяжка, скорее всего, неси в сторону. Отойди, отойди немножко. Ай. Это на притяжке его, да, разбили. Немножко сместитесь, чтобы сбить. Следующую звезду и тоже разбиваем. Эту разбивайте сразу. Обжигающий холод, 31к. Все ясно, звезду, метку. Котяра, лес и Бобрусону. Звезду и сразу разбить, милики, уйдите. Успеем босса добить, блядь. Давайте лучше без затупов. Так, надо Рида прохилить. Рид, я тебя не вижу, ты спрятался за склепом, да? Понятно. Следующую звезду и тоже сразу разбиваем. У кого освобожденка стопает? Я диспу, я без диспу. Могу умереть. Да там быстрину успел закинуть. Нормально. Стаки скидываем. Так, следующую в звезду. И будет притяжка. Вот сейчас звезду в пристена. Звезду, зубы по себе. Милики ушли, не замораживайтесь. Последняя. Потом. Ну, чтобы не притянуться под эту. А босса бейте уже, господи. А мы сейчас босса убьем, успокойся. Ну, да от притяжки. Мужика, от притяжки. Мужика. Ну, добейте, нормально. Пожалуйста. Ой, я выжил. Я массакр сдал. Ок-дотка там на тебе это. И Талик. Ай, бать, бомжи, нахуй. Ёбаный рот. Кто там есть ДД? Дамажьте эту хуйню. Ебать. Спасибо. Я там все думали, что я типа вынесу, типа в сторону, что ли? Ясно. Давай, ФС-ку, давай, давай. Мочи. Жажда победы, блядь. Давай гимны. Ослепило вас, блядь. Быстрее разбивайте там талисман. Да, хули. Быстрее разбивайте. Не разбивайте, сейчас мы сдохнем. Разбивайте меня. Меня разбивайте. Гимн на хп и воните кто-то там, если будет посадить. Я уже ебанул. Еще ебаните. Да, вот владыка хорош. А я могу вот так вот? А, нет, через милфхантта не могу. Ну, домашний же. Домашний еще один гейм. О-о-о. Хиль, четвертый сатир. Прости. Кунка, ну ты и предатель. Не, ну вагоны. Я войду, я... А все там уже трупы, не бейте в эти склепы. Я бью. Я спасу пацанов. Смотри, Дега, блядь. А как Кратос живет все это время вообще? Он скиллован. Он уже будет 10 раз умереть. Взяли, кинули своих, блядь, пиздец. Вот ждотка за малорозил леет, минус 350, нахуй. Ебать, нахуй, я массакру сдал. Самое вкусное. Это не пул был уже, это трэш, нахуй. Да все, епешьте там эту хуйню. Че ты ролл кидаешь? Епешьте эту хуйню, кто там что ставит? Че, надо мне это вообще, не надо? Да Вести, не... ясно. Тупо задушил, блядь. Там двадцаточку свою пихнула. Получается... Получается, я от финов набрал рейд, чтобы талик брали, да? Чисто 4 сама. Я не знаю, нужно. Какая хуй разница, блядь. Талик разделённая. Только парищи там, решайте эту хуйню с этой, как она называется, так защитить. Боже, Кратос! Ну, 2к уже получше. Так, покоритель совет. Откройте свои зенки, пожалуйста. Учи. Что-то кому талик там? Кринж? 3к владыка ужаса ставит. На ботинках спиной пятится. Давайте там ва-банк уже играйте, блядь. Кринж. Я часового танча. Все еще предлагаю 20. Дрота 4 тысячи. В смысле, Юлия 20 тысяч? Я просто 20. Я понял. 4 тысячи эндертач? Ну, за объект на самом деле нормальная тринка. Не все, знаю, снимаю 45 секунд прошло. Андертачу отдаю. Все, андертачу отдаю. Я не знаю, я не разбираюсь в этой хуйне. Если на ШП, это к объекту нахуй. Когда Алик. Ну, что, хуйня, я поверил ему. Юля, ты на лече там, Юля? На каком, да. Суманите, поставьте шкаф, суманите.
То я не знаю, Вальки. Ну да, еще... Гром лучше. Скорее всего, правильно пишу, там Гром в два раза лучше, чем Тарик. Правильно. Так, потом быстренько. Осколок. Осколок. Даже объект лучше, чем Талик. Да, да, даю, даю тебе лутера. Забирай. Тут Валька, короче, суббоните меня и Реслина. Суббоните? Был осколок-то, нет, Ари? Да, он это. Я ему лутера дал, сейчас заберет. Забрал? А то я не вижу, я портанулся. Ага. Суббоните, блядь. 90 кд вроде Талик. Ну, типа, а не 100. 90, полторы минуты ровно. Ну как раз полторы минуты под вторые проки. Вообще, алло, кажется, блядь, ну будет сумон там, нет? Ну сука, тут Валька летает. Шкаф я поставила. Ну тыкните, мой, блядь, уже. Нажмите что-нибудь, там я хуй знает. О. Ну, кого засумонить? РЛ можно. Так. Короче, что там фонарь в одного хочешь? Я не знаю, нахуй это нормально будет все, точно фонарь? Ну да, больше ДПСа. Ну он типа прокает не так часто, как Талик. Единственное, ну, да. Что на болезнях. Что на болезнях? Трахать. Там, чтобы болезнь с лича с первой фазы не перекинуть. Давай, давай РЧ и погнали, типа, блядь, слушать, а ты заебало уже, типа, взял и взял. Да, в натуре. Вы про что? Да мне похуй, я про то, что в одного танка. Владыка, да, я убил. А там кто-то ж хотел на личале уже. Не-не, уже нет. Во втором будет. Дал тебе ассист. Алканфель и этот. Сука, да вы тут вообще нет? Нажимайте, да. И Владыка вроде не было. Рид и, скорее всего. Я здесь, Владыка. Все, запускаю этого пидора. Короче, краткий... Аспект, да, в ДД, кроме фонаря. Это самый краткий инструктаж. Фонарь танчит соло, стоим все вместе с личом. Короче, аритрум сразу чему диспель. ПКД. Этот... У вас три на пулы, я думаю, вы духов напулите, да? На фонаря по очереди. Давай, хуй с ним. Первый Алканфель, второй Милфхан, третий Хисяка. С меня Сава диспелись, и я с духами сам разберусь. Блять, пусть да, разбирается, я типа босса бить буду весь бой. Да я про духов, которые горн, на переходке. Кунка ревет сидит. Насчет горна хуй знает, это к ДКшникам. Но на первой фазе мне надо это, смачно. Так-то там стоит же. Чё смачно надо? На пульчик такой смачненький. Да, сейчас тройной на пол. Жёсткий. Чё, муж Гера сразу, не? Давай. Ох. А бля, тогда зачем я ПС-ку отдал? Похую. А, ну да. А сколько там ПС-ки? Там уже кончилось, я там, по-моему. Нет, я в самом начале, блядь. Еще на пул, еще. Срываю, what the fuck. Че, не хватает тебе? Ненасытный. Нет, надо больше. Я заехал, че. Бля, фонарь аспект сменил, у меня здесь панели по-уебански, я тебе ничем помочь не смогу. Не, Эдик, ты вообще сильный. Тебе разрешение на пуле. Весь рейд на пуле у меня. У меня, короче, банка 8 минут, если не успеем убить, то придется перепивать, блин. 10. На 9. Я на переходке массакру сдам. Ты чувствую, когда заодно убиваешь. На ДК тоже. А у Химка, да? Ну да, только на ДК. Кадли даунов. Друиды, можете... Стервей, Мася, можете сразу, прям сейчас по сейнер, да, там откадешиться. Убегаем. На край пошли, на край быстрее. Быстрее. Да стали. Какой убивать? Хильте меня нахуй. Массакру сдал. Чё, блядь? Чума пропала? Нет. Да, она еще бродит здесь. Ушли милики, кш. Милики ушли оттуда. Там РДД только бил. Убивать себе, да, пожалуйста, кто-нибудь. Диспел сало. Всё, можете всё, бить. Всё, нет чумы, да? Всё, заебись. Нормально. What the fuck, это чё за качок? Басами. Качок. А чё, нет, дрищ что ли? Качок, качок, пятачок. Вот смеешь. Мне тебе Вадим вопрос, как ты ещё не заебался так тыкать нищеты по рейду? Пиздец. Как? Дело не в этом.
каждого класса тут по одной кнопке, так что не надо тут до цепи играть. Арм самый сложный спек в этой игре. А, сверху, да, конечно. Сверку, ханты две нахуй. Кнопки. Убегаем. Блять. Ну, вообще в холле представь бы так. Как охуенно, что вы не улетели, пацаны, нахуй. Я просто ханты ФД. Эдик, ты особенно. Встаем, да, да, плечу. Да, да, хватит пиздеть, нахуй. Смотрим на скринение Валик. Алло, блядь. А Валькам стан замедление. Сейчас в луже будете, нахуй, вообще весело будет. Каток Валик, разлите. Валик бейте, и право-лево от них отбежали. Отбежали от них, с лужи будет. 5 секунд, смотрим. Нету нихуя. Фонаря захиливаем, хилы сейчас пока стуйте в него. Вниз душ. Аритрум минус. Сейчас тоже на этом, на железном круге стоим. Потому что будет вальки одновременно с искорнением. За спину. Этот. Давай, этот, Бентли ресни его. Вставай сразу, после заражения было уже. И сразу иннер ему дай, Бентли. Смотрите, Вальки, если схватят хилов на полукруге, то это помогает бить. Все, осквернение. Фулл ДПС по Валькам. Следующее будет осквернение перед Вальками. То есть с центра выходим. Танк тоже выходит, потому что на танке можно... Там что за валенок летит? Вот в другую сторону. Разбейте. Теперь с центра вышли, с лечом тоже. Фонарь, ты тоже можешь налить лужу, если что. Смотри из этой хуйни, чтобы успел выбежать. Успею. Все, давайте смотрим. Сначала лужа, и потом быстро возвращаемся к лечу. Мы переведем еще. 2%. А, да? Все, переводим. Ой-ой-ой-ой. Осквернение. Пошли, пошли на край к лечу. К порталу. Пошли. Массакру сдал. Массакру даешь. Мастераур, всю хуйню. Заходим. Моментальную хилку Эритрума дал. Все. Милфханта потеряли, нахуй. Пацан не успел отпрыгнуть, да? Понятно. Ничего, сейчас две клятвы. Встаньте. Сейчас две клятвы выпадет. Или хотя точнее не. Сплюнь! Просто такие же мысли были перед тем, как мы начали. Диспел. Дамаг и хил. Не забываешь. Можно диспелить фонаря, пожалуйста? Магию вот эту. Опять качок. Ну там пристена, в принципе, может себя, или какой-то из паладинов. Мы не можем. Я надеюсь, что какой-то паладин диспелит, потому что еще ты кидаешь. Тебе, блядь, я тоже надеюсь. О, кто-то кикнул. О, это какой-то дрищ уже. Короче, Мася, зайдем на этот, на платформу, реснишь, Милфханта побьет еще. Кто кикает косты? Четвертый дух. Вот это я бы вдул. Это басам кикает. Три сферы летят, РДД, все на сферы, разбейте, сэр, не бежать на них, сука, вас выкинет, сука, с платформы, вот. Нормально, теперь готовимся захиливать челика. Давай. Кого-то берет жатва душ. Вот захиливает. Духу добейте. В каску лапу приставав по этому, по Милфханту. И бежим. Трон, портал играем. Съебаем. Так, не по центру. Первых духов ловит. Я словлю. Скорее всего, да? 2, 1. Ебать. Ебать, но... Не по центру. Так, давай. Фонаря захилим, там же не сдуш, блядь, сейчас там дамаг. Ну это вообще похуй, блядь, чтоб бежать её не сможешь или что? Нет. Да я инвалид. Это сложно эту лужу отбежать? Да. Я инвалид. Ну, я инвалид, ножка. Всё ясно. Ещё разок перебежим, давай. Так, потом и ресочку быстренько идём. У вас тут так отлично, нормальным чаром. Чего? Давай. Нормальным чаром можно? Да хоть каким можно. Мейнами. Так, на фонаре же нет, захиливаем. Иди. Я прожался. Я не хочу. Так, кто там я хлопает? Я поймаю. Ты ловишь. А, нет, там Уджи дудка ловит. Он на ханта летит один дух. Он ловит, смотри. Ба! Ура. Блять, кринжа захиливаем, сука. Чуть не проебали хилы, красавчики. Добьем? Все, добиваем, да. И такой. Бабах. Бочка один сейчас в комнате останется. Чё? А где чё? Диван? А я дал тебе диван. Пробила. Диван. А нет, стой. Короче, две клятвы нахуй. Не, нихуя. Два Тиреноса, блять. Один я забираю. Тиреноса? Ну, Тиренос. Блять.
Затерянулся, я буду епашить для ДНС. Не, нахуй, нихуя. Не, буду. У меня есть 100 ИП. Дайте что-то забрать. Давай, короче, если 2 Тиреноса, один я беру просто, блядь. Ну, давай ты один берешь, а второй я. За лосерской голды? Сука. Натуре, блядь. Спасибо, пухнул Лича, да? Че, Лич, крутой мужик, я считаю. О, так я могу его пиздить, да? Ну-ка давай, тварь. Ты мне ответишь за все вайпы. Промах. Сопрот. Промах. Я ебал, блядь. Чё вы не ресаетесь? Сука, вас нельзя реснуть. Реслин. Да, чувствую, посидим мы на нем в хэме. Котяра. О, ты нихуя, ты в трупе ачивки получаешь. Ну? Ебать. Проходки делаешь, получается? Ну. Кстати, думаешь, у меня есть проходка? А ее тут не было. Может, проходка была, только с десятки. Ну, с десятки точно. Теперь с 25-ки есть. Тебе прилив за сотку заберу. Давай посмотрим, что там выпало. Так. Клятвохранитель, 2 штуки. Аркус. Кому надо? Аркус вообще заебал. Да, Милфант, надо было походу тебе уступать этому друиду, выпал бы тебе этот клятвохранитель, было бы плюс 80к. Милфант, привет, в ТТГ тебе надо, там по-любому пушку выконять. Вы еще... Еще по 45 поставьте, нахуй. 65, 73, нахуй. 500! Еба. Пиздец, душило. Давайте мужчинские ставки. Так, все, стервей, да? Стервей 500. Да. Юля не мужчина. Хисяка, там стервей 500. Вот эта параша надо кому-то? На распыл конфелю закидываю. На распыл. Я буду транс. Кому ничего не надо, лететь сразу в РС-ку, ну, чистить трэш. У этого у конфеля возьми. Так, даю тебе осколок. Чем раньше начнем, тем раньше уйдем. Можно, чтобы Юля прыгнул в ДЦ? Кому я отдаю? Крис отдаю, да? Бару? Хуй знает, я не знаю, кому там надо, но ты смог. А, ну тут друид кинул, мне трейд. Друида отдаю? Нет, Вару. Так, все, вроде все отдал. Холича вместо меня в РС. Хорошо, Рид. Давайте ролните, знаете. Сейчас, секунду, подождите. На транс. Он уже кидал, сейчас я гляну. Он 25. Давай сюда. Кто там остается? Это Хисяка, ты же идешь в РС-ку, да? На тебе РЛ. Надо ЕП дать сначала. Подожди, не давай, сейчас я зайду на этого, на перса в гильдии, который, на друида. Ну тогда сам дашь, массой. Да, сейчас я тебе РЛ скину, чтобы зашел ты пати, дадите мне на тебе РЛ. Ну, кстати, кто еще хочет на ролл этот, на транс, как кинжал? Я могу, хотел бы. Пока летите, все равно в этом жреде в РС-ку. Так ты же друиду отдал.